как щеке, щиплет щетку в уголке. Ну, щенка, щека, 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 щеке, щиплет щетку в уголке. Ми, фа, соль, соль, фа, фа, ми. Ми, фа, соль, соль, фа, фа, ми. Ре, 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 ми. Ре, 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 ми. Благослови душа моя Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться я горля юность Твоя, творя. Танцующих. Найти сильную долю. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Давайте посмотрим, какие ноты есть в обиходе, которые у вас на руках. Вот, значит, здесь я хочу обратить внимание ваше, прежде всего, на последний, распев, вот этот вот. Для начинающих певчих он очень хорошо подойдет и поется легко, и запоминается хорошо. Я думаю, что многие слышали на службе этот, в общем-то, такой и простой, и в то же время мелодичный очень распев. Значит, давайте посмотрим немножко, как он у нас строится, как строится эта мелодия, потому что мы же теперь по нотам поем с вами. Значит, поем верхнюю партию, да, вот от ноточки до. Это у нас фа мажор, си бемолька в ключе. Вот. А до — это пятая ступень фа мажора. То есть начинаем с пятой ступенечки. И все идет по ступенькам. Фразы очень похожие, да? Первые две. Размер трехдольный из-за такта. Как Марина, да? Святый Божий. Вот первая фраза, да, у нас «Святый крепкий», такая же вторая фраза. А вот третья фраза отличается. Вот идет ход наверх, и обратим внимание еще на следующий такой значок. Вот это лига, да, туга лига, которая употребляется и в распевах тоже.
Вот, она соединяет в данном случае две одинаковые нотки. Посмотрите, ну это все голоса соединяются, да, вот все повторяют как бы свою нотку, но на самом деле они не повторяют, а просто протягивают, то есть плюс еще вот эту четверть. Давайте посчитаем. В половиночке с точкой 3 четверти. Да? Не забываем, что точка увеличивает длительность на ее половину. То есть здесь 3 четверти и плюс еще 1 четверть. В сумме получается целое. Давайте подумаем, почему же нельзя было просто написать нотку целую. Почему понадобилась вот эта вот сложная конструкция, залигованная нотка. Подумали? Ну, я думаю, что правильные ответы у нас возникли, потому что размер 3 четверти, правильно? А целая нотка, она содержит в себе сразу 4 четверти, то есть она в этот вот такт из 3 четвертей не помещается, она бы не поместилась, ее нельзя сюда поставить. Она превышает возможности такта, поэтому последнюю четверть выписывают уже в другом такте. Значит, вот эта фразочка звучит так. Давайте все сначала споем. Значит, вот этот распев нужно будет выучить. Значит, соответственно, написать ступенечки. Только пишите все-таки здесь сверху ступеньки, да? Потому что верхний голос сверху. Да, лучше так. И места больше. Значит, распишите ступенечки по фа-мажору, значит, до пятой ступени, да? И сейчас я вам сыграю сопровождение. Кому-то будет легче петь под инструмент, да? Сейчас я не пою, а играю вам только сопровождение. Я скажу раз, два, это будет пустой, вот, ну, как бы паузы вот этого неполного такта, а с третьей долечки вы начнете. Раз, два. Еще разочек.